Так, ну все, завершение быстро сейчас уже пробежимся как можно быстрее. Поставил глаза. Значит, у волка будут белые прозрачные камни. То есть зависит его свечение, их свечение, а какая лампа будет в голове, какая лампа цветом. Водопад будет светиться тоже. Зависит, какая лампа или светодиодная лента там мигающая будет вставлена через барельеф. Так, полетели дальше. Волки на троне тоже чуть приобрели другой оттенок и вставил глаза. В принципе, глаза-то вставил я сегодня везде. Вот. Издалека, когда лучи, телефон не передает, камера телефона не передает. Когда лучи правильно преломляются, смотрится обалденно. То есть так ярко они блестят, сверкают в глазах. Так, тут у дракона камень. Здесь получается у сфинкса, у одного и второго. Вот такие глазки. Сейчас так. Ну, зацепим две головы. Быстренько. С ними ничего, изменений нету, просто покрытие уже защитным слоем. Бюст волка. Он скорее как этот, как египетский, должен смотреться в профиле. Потому что тут вся идея была именно в этом изгибе. Глаза у него, как у сфинксов, такие зеленоватые. Ну, он вроде... Вот еще орла зацепим, уж дюжу, он хорош. Вот. И заднюю стенку маленького трона. И сейчас перейдем к большому трону. Так, это стенка большого трона. Задняя часть получается волка. А с другой стороны уже не снять, будет сильно солнце слепить. Ну, может быть, завтра. Так, здесь осталось... вставить латунную втулку, утопить и настроить струю воды, чтобы она стекала, попадала в рог, стекала по стенке и уходила на круговорот. Ну вот и все, вот он заказ и сделан. Все работы, но в YouTube. На канале много разных работ. И мои объявления, скульптура на заказ в Авито по Воронежу. То есть, либо в Ютубе принимаю заказы. Все, что в Ютубе есть на канале, это все сделано на заказ. То есть, все. Если кому интересно, какие вещи люди заказывают в России, то можете смело заходить, смотреть, что заказывают, что интересно. Либо кому интересно что-то заказать. То есть тут я изготавливаю именно на заказ, рисую эскизы, обсуждаем, потом в процессе работы фото, видео, отчеты, все обсуждается, все корректируется до последнего. И полетели. Кто-то мне как-то говорит, что там у тебя мусора много. Это не мусор. Это все отходы производства.
Потому что запускаем заказ за заказом. То есть сейчас это только увезут. Приступаем к следующим работам. Они уже стоят там в заготовках. Будет следующее видео. Ну, на этом все. Всем удачи, добра, здоровья. Ну и боевого духа. Скоро ждем медведя. Медведя в доспехах. А, слоны. Ну, конечно, слоны. Заканчиваем слонами. Ждут. Слоны все ждут.